С вами компания «Электромотор». Сегодня будем говорить про легкий, облегченный, бесщеточный шароповертен компании DEWALT. Моделька DCH-133M. Комплектация у нас. Расскажу плюсы, минусы, достоинства. В общем, поехали. Значит, комплектация. Поставляется в кейсе. Многие, кстати, пишут, что кейс маловат. Но маловат для тех, у кого только один перфоратор DEWALT. У кого их много, то кейс — специальная система, которая имеет вот здесь вот такие крепления. И можно 10-20 кейсов, система как-то там Lock, не буду умничать, полностью открывается. Ну, конечно, перфоратор в нем стоит плотненький. Но вот у нас все инструменты 2020 года, вообще бомба. Кроме того, в комплекте еще идет штатное зарядное устройство, тоже его прячем, чтобы оно не мешало, и сам перфоратор. Значит, перфоратор, чтобы вы понимали, весит около 2 килограмм, 2,2 килограмма весит, на вид игрушечка. Игрушечка стильная, симпатичная, очень похожа на детский автоматик. Значит, его характеризует отзыв, который я прочитал на сайте отзывов. Писал бригадир. Говорит, взяли в бригаду на пробу один. Сейчас работает 5. Довольные очень. То есть модель по всем вот отзывам не уступает сетевому аналогу. Но легкая, мобильная, классно. Буду вам сейчас потихонечку рассказывать. Значит, ну, про глубину сверления не буду рассказывать. Значит, вначале идет у нас, внимательно смотрим, патроны SDS Plus под буры. Три режима у нас есть. Значит, давайте смотреть. Значит, сверление очень плавно, очень кайфово переключается. Сверление с ударом и, я так понимаю, долбление. Так, давайте попробуем. Это долбление. Это перфоратор и режим гриля. В общем, мощный обдув, очень много отверстий для обдува. Все аж гудит. Очень приятный в руке. И конструкция, вот это называется, как она называется, пистолетная, Т-образная. D-образная, то есть нет вот этого привычного вот здесь вот, но я думаю, что одной рукой тоже классно работает. Значит, по техническим характеристикам: энергия удара 2,6 джоуля, количество ударов 5500, ну, стандартное для среднего перфоратора. Посмотрите, как необычно переключается реверс. Очень похоже, как в дрелях Bosch. То есть вот тут вот сверху. Переключение режимов стандартно, сбоку. Ну что, из управления больше ничего. Значит, поставляется вместе с... здесь у нас идет с аккумуляторной батареей на 4 ампер-часа. Слайдерного типа. Попробую, как снимается. Ни одной рукой не получилось. Так. Нажали. И потянули. Круговасенько, но еще не раз. Круговасенько снимается. Так, индикатор заряда есть на батарее. Слушай, ну без батареи, ну вообще как игрушка. Так, давайте по эргономике. Здесь все пластик. Редуктор, вот эта вот редукторная часть, вот тоже пластик. Ручка здесь классно прорезиненная. Вот здесь вот сама вот, где брать рукой, знаете, как в дорогих шуруповертах по ощущениям, но очень кайфово. Скорость регулируется, обороты, путем нажатия на клавишу. Чем сильнее дать, тем быстрее вращается. Максимально 5500 оборотов. Так, давайте еще по отзывам. Значит, просмотрел гору отзывов, все только положительно. Вот реально пишут с
соответствует заявленным характеристикам, отличное сочетание цена-качество. Да, кстати, по цене. Значит, на российских сайтах он ориентировочно стоит рекомендованная розничная 12 590 рублей. То есть, если перевести в гривны, это около, сейчас я подсмотрю, около 4700 по курсу 0,37. У нас рекомендованная розничная на сегодня 5400, ну то есть это на процентов 20 больше. И с 1 февраля наша компания совместно с компанией DeWalt будет проводить акцию, и цена будет снижена еще процентов на 20. То есть цена будет соизмерима с ценами как в Америке, как в России, как в Беларуси, как и везде. То есть цена будет снижена, и по такой цене они и сейчас очень классно продаются. А по сниженной цене это будет реально перфоратор номер один. DeWalt качественный. Понятно, что все аккумуляторы идут на другую линейку DeWalt. Для чего, кстати, вот делают такие вот акции на некоторые аккумуляторные модели? Если вы уже, допустим, присели на какой-то инструмент, ну, допустим, там DeWalt, Makita, Metaba, то купили 2-3 батареи, то вы же по-любому будете дальше тушки докупать этого бренда. Поэтому каждый бренд пытается захватить, скажем так, любовь пользователей аккумуляторного инструмента. То есть, если у тебя уже 3-4 инструмента какого-то бренда есть, в принципе, люди уже докупают именно этот инструмент. Поэтому DeWalt ведет очень классную политику на украинском рынке, и потихонечку, с каждым годом, объем продаж этого инструмента растет. Ну, и мы со своей стороны хотим сказать большое спасибо компании DeWalt. Ребята начали предоставлять нам, в лице их импортера, предоставлять нам инструмент на обзоры. На тест пока новинки не дают, чтобы мы их убивали, но на обзоры любой инструмент предоставляют, и мы им в этом очень благодарны. Что еще по данной модели хотелось сказать? Цена конкурентная, будет еще лучше. Напоминаю, что вообще на весь инструмент у нас на сайте рекомендованные розничные цены, которые просит выставлять импортер. Но если вы смотрите обзоры на нашем канале, то вы должны знать, что вы можете применять промокод TOOLS2020. Если вы применяете данный промокод, вы всегда будете получать дополнительные бонусы, плюсы, подарки, скидка даже может быть. Как воспользоваться промокодом, спрашивайте у наших менеджеров, либо когда сделали заказ, тоже вводите промокод. Иногда цена пересчитывается. Не всегда так он действует, иногда бывает не пересчитывается. Но знать промокод надо. Знаете промокод, ввели на сайте, позвонили менеджерам, сказали, я смотрю обзор, я подписан на ваш YouTube-канал, по-любому будет дополнительный какой-то для вас бонус. В общем, модель отличная, классная. Про перфоратор особо ничего не скажешь. Внешняя комплектация, посмотрите поближе. Ну, пахнет дорогим, хорошим инструментом. Если купите, по-любому будете довольны. Люди покупали как для профессионального использования, очень многие, кстати, берут и для бытового применения, просто домашние мастера. Все будущее за аккумуляторной техникой. Присматривайтесь к аккумуляторной технике. Вы будете мобильны, вы будете не зависеть от этих шнуров, вы не будете не зависеть от... Просто будете мобильными. Минус, конечно, чуть-чуть дороже. В Европе и в Америке давно уже все перешли на аккумуляторную технику. У нас из-за того, что немного не позволяют людям финансы, немного продажи буксуют. Но, тем не менее, с каждым годом продажи все больше и больше и больше. Технику DeWalt рекомендуем. Гарантия 3 года. Классная, хорошая. Не пожалеете в любом случае. Компания Detremitor рекомендует. Наш контактный телефон известен. 5-3-0-3-8.